Итак, ребята, это The Forest Public Alpha версии 0.01. И... Черт возьми. Через 16 дней появится версия номер... Интересно, они по расписанию выпустят или нет? Посмотрим. В любом случае, давайте оценим этот лес. Да, это альфа-билд, то есть все может лагать, и вообще игра может крашить. Я вот просто чувствую, что сейчас я же пожалею, как только играю. Так, я уже жалею, все, игра говно. Ладно, шучу. Я сам, блин, тысяч... Кстати, графические игры очень хорошие. То есть что, получается, вы самолет... Это что, я один самолет... Потрясающе, что я могу сказать. Просто, мать его, круто. И мой персонаж долбанулся головой от торможения. Ау. О, привет. Ты кто? Это моё. Чё, это моя еда. Ты куда еду унёс? Сволочь в юбке. Да, только хардкор, только выживание. Вот что у нас украли сына. Что у меня с... Выпал всё на максимум. Ну что ж, 30 FPS. Взять, взять. То есть, по сути, это симулятор «бери, не хочу». Мой желудок практически пуст. Камень. Так, у нас есть оружие. У меня, видите, голод, низкая энергия, здоровье тоже. В общем, мы в очень плохом состоянии. Все, мы восстановились. Мы сожрали все, чтобы только было в самолете, и выпили прозрачные текстуры. Это нормально. Это альфа. И стюардессу зарезали топором. Это я пытаюсь, не знаю, что добавить что-то. Так, теперь у меня есть... Знаете, прикольный, там прикольный топор такой. Так, инвентарь. Так, можем объединять предметы. Бухло, сода, восстанавливать энергию. Зажигалка. Камень. Нет, я явно хочу держать в руках топор. Кстати, у меня 25 FPS на максимуме, ну блин, это альф, понятно, игру возьми, не оптимизировали. Смотрите, кролик что ли там был? Игра выглядит красиво, что можно сказать? Посмотрите, у меня сейчас вот 30 FPS, когда смотрю деревья, когда смотрю вперед, падает, видимо, от воды. Ну ладно, это альфа. Это нормально. В моем железе. О боже! Ожидал больше на своем железе. Что ты такой, ящер? Хорошо, значит, мы можем вот так вот охотиться на дичь. А интересно, у нас вообще есть цели в этой игре? Так, нажимаю на таб, целей вроде бы нет. Что же, очень сложно проходить игру, в которой нет целей. Так, больше сырой рыбы носить нельзя. Знаете, меня что меня пугает в этой игре? Правильно, меня пугает крафт. Меня пугает наличие крафта. Ладно, в любом случае, наш самолет остался позади. И нам нужно искать... Угадайте, кого? Правильно, ребят. Нам надо искать нашего сына. Так, о, можем открыть книгу по выживанию. Так. Базовые навыки. Так, нам нужны нам нужны всякие чертежи, чтобы строить. Хорошо. Огонь. Так, нужно... Ну, вот, у нас есть базовые чертежи. Так, нужно найти место. Мне кажется, вон то место нам подойдет. Так, R. Поворачивать. Я даже не знаю. Мне кажется, я пытаюсь найти место, но как-то все тут не то. Ну, попробуем здесь, мне кажется, организовать себе. А что там, мне кажется, какие-то тотемы. Что-то явно плохой пиздец. Ладно, я вокруг черепов себе организую место. Так, нам нужны... Нам нужны листья, ребята.
Так, что еще можем построить? Посмотрим. Стоячий огонь. Что для этого нужно? Так, у нас есть почти все, что нужно. Но еще сейчас посмотрим. Так, какие еще чудеса природы можно строить? Ну все, а огненная яма... Спасибо, нет. Может, укрытие? Дом. Ну давайте пока... Так, охотничье укрытие. Временно. Давайте временно. Мне кажется, шалаш нас пока вполне должен устроить. Листья. Нам нужны листья. Хорошо, листья надо, не знаю, искать, что ли. Довольно интересный крафт, знаете, в принципе, простой, я бы тоже сказал. Так, хранение. Так, хорошо, будет здесь мы будем хранить бревна. Далее. Мне кажется, нужно что-то еще. Кастом. Так, стена. Стена с дверью, стена с окном. Ладно, пока мы не строим дом, так что нормально, мебели у нас нет, ловушки. Ловушка с днем рождения. Давайте вот эту вот построим. Мне кажется, она должна быть здесь, потому что напасть могут отсюда. То есть, да, нас могут нападать, как я понимаю. Вот эти два камня. Что же, видите, нам нужно добыть очень много всего. Так, давайте еще что-нибудь развести, просто посмотреть, что вообще можно. Так, маленький садик. Мне кажется, садик это тоже то, что нужно. Садик будет здесь. Зайка. Надо поймать зайца. Черт, куда он делся? Я знаю, жестоко, но... Что, неплохо так топорик? Вообще, можем? Сырой заяц. Ну вот я не знаю, что мне делать с сырым. Нет, я думаю, нам нужен костер. Да, определенно. Снова в инвентарь. Я беру топор. Так, палки мы набираем. Нужно листья набрать. У меня вопрос, а где берутся листья? Давайте попробуем дерево срубить, что ли. У нас же есть топор, ребята. Топор это главное вообще выживание. Я думаю, с другой стороны надо попытаться его рубить еще. Давай, рубись. Веточка. Подбираю одно, у меня будет выбрасывается. Ну, запаливаешь. Не мне на голову, не мне на голову. Полено! Это не полено, это дерево. Ствол дерева, большой ствол. Большой толстый ствол, ребята. Не поймите меня неправильно. Я думаю, ловушка. Вот? Что? Черт, на меня идут. Ой, ёт! Смотрите, сколько их там. Я думаю, они идут на меня охотиться. Смотрите, посмотрели, вроде ушли. Сохраниться тут, кстати, нельзя нигде. Может только загружаться. А я сохраняться хочу. Я знаю, может мне пойти напасть на этих индейцев и, не знаю, съесть их. Я не каннибал, но, блин. Знаете, выживанием все средства хороши. Ну да, камни я бесконечно не смогу совать себе к себе в инвентарь. Что же, полено, погнали. В принципе, я бы сказал, довольно интересно. Довольно интересно. Необычно. Еще на нас могут напасть, так что это еще круче. Место нормальное, по-моему. Такая поляна открыта, все видно. Готово. Извиняюсь, закажу так, нам нужно что-то съесть. Типа соды. Мне кажется, зря столько съел.
В любом случае, запасы не бесконечны, поэтому надо рубить деревья. Листья. Я слышу шаги, я все больше, на меня нападут в итоге. Руби. Бум. Потому что его очищать не надо даже ответок. Смотрите, он просто распадается на целых 4 полена. Нет, блин, это не поленья, о чем я говорю. На 4 ствола. Мне интересно, а вообще цель этой игры какая? Найти мальчика или... Мне просто интересно, вот цель игры. Костер готов. Все, у нас есть костер, ребята. Знаете, это первый шаг, то есть я уже не пещерный человек, я... Нет, еще у пещерных людей был костер. Зажарить. Смотрите, кто пришел. Что, воровать еду сейчас будешь? Больше выживать. Так, черные ягоды. Хорошо, это есть нельзя. Голубого цвета можно. О, зайки бегают. Да, смотри, тут целая орда зайцев. Это прям монгольская ига из зайцев. Я охотник на зайцев! У меня топор! Наш мужик немножко слегка переутомился. Так, надо продолжить работать с поленьями. Нам нужно еще 2. Вот прикольно вообще, что пишут. Сколько поленьев надо. Да, изменение погоды, туман. Прикольно. Вообще игра мне нравится, несмотря на то, что я не люблю крафтинг, почему-то именно эта игра меня зацепила. Последнее полено, потом нам нужны палки и листья. Что же, я думаю, палки можно от вот маленьких деревьев добыть. Так же, как и листья. Тоже добываем еще. Если нельзя. Но вообще выглядит реалистично. В принципе, если так посмотреть, графика очень неплохая. Им оптимизировать осталось, и будет вообще хорошо. Я поставил все на, ну, на экстрим тут есть. Тут три нет. Тут экстрим называется. Черт, ну все, больше палки я взять не могу. Листья мы собрали, палок, ну, у меня не бесконечный запас, так что... Идем обратно в лагерь. Камней, в принципе, везде хватает. Так, листья. Куда мне листья нужно сдавать? Черт, чуваки, это вы? Почему у меня тут... Блин, ребят, мне кажется, что это что-то странное. У меня тут лежит толпа зайцев. Нужно воду. Все, ладно, пошел дождь, меня спас. Прикольно земля, черт. Вы кто, ребята? Вы кто? Ребят, я вас не звал, идите кушать. Черт возьми, они со мной драться будут. Ребят, у меня топор! Издеваетесь, что ли? Черт, нифига себе, дикари мощные в этом.
Черт, я при этом еще жив остался. Представляю, сейчас проснусь в пещере и... Что, я живой? По богу, меня и не встретили, сразу 6 дикарей. Хорошо, нам надо бежать. А у нас даже карты, кстати, нет. Сигнальные огни. Что у меня есть? У меня есть пушка. Топор — это лучшее оружие, ребята. Что ж, ящик, видимо, непробиваемый. Чёрт, они любят разделывать туристов. Это плохо. Я люблю непонятно что. Мне кажется, сейчас ночь и вообще непонятно, где выход. Что-то виднеется там, кстати. Как будто бы вода или типа того. Или это отражение от пещеры. Прекрасно, тупик. Черт возьми, в итоге я, по-моему, умер. Я упал через текстуры, ребята. Это самая страшная смерть, которую вас могла... Что ж, я выжил 2 дня. Это неплохо. Вот вам, собственно говоря, и выживание. Спасибо за просмотр, народ. И мы еще будем пытаться играть в это. Тут копы, кстати, нет. Но потом мы еще поиграем. В принципе, интересная игра. Стоит поиграть снова, стоит попробовать заново. Мне единственное не понравилось отсутствие именно цели. Просто выживать мне не очень нравится. Мне хочется, как я понимаю, цель просто выжить. Но мне хочется чего-то большего. Мне хочется действительно, скажем так... В общем, чего-то большего, чем выживание. Мне хочется какой-то смысл этого выживания. То есть, чтобы был финал, где мы находим сына и еще что-то типа того. В любом случае. Или что у нас были какие-то задачи более, скажем так, более осмысленные, чем просто выжить. Я хочу какую-нибудь крупную задачу, а-ля спаси сына, убей дикарей, и, может, еще какие-то. И хотел бы карту острова тоже, или, не знаю, карту леса, что ли, не знаю. В любом случае, ребята, в принципе, игра мне понравилась, неплохо. Спасибо за просмотр, и мы еще поиграем обязательно. До следующего раза.